Народный фольклор, джаз, хип-хоп, экспериментальная хореография, барабанное шоу и авторские песни о родном городе. Музыканты, артисты и танцоры представили на заключительном гала-концерте «Культурное сердце России» более 10 номеров. Атмосферу карнавала Рио-де-Жанейро создает шоу бразильских барабанов «Самбара». Артисты все лето выступали на набережной. Говорят, проект предоставил им новые возможности. Конечно, нужны, во-первых, эти проекты. Этот проект позволяет людям быть ближе к культуре, а люди, которые хотят заниматься творчеством, они могут напрямую общаться с зрителем, напрямую общаться с остальными людьми. Культурные события летом разворачивались на знаковых площадках Самары, на площади Куйбышева и одноименной улице, в Струковском саду. Живописная набережная также стала центром всевозможных перформансов и творческих лабораторий. Самарцам запомнились праздничные шествия и фестивали. Их прошло около 70. Зрителями шоу стали более 150 тысяч человек. С творчеством музыкантов и артистов знакомились и во дворах города. Таких праздников прошло более 200. Для детей также провели более 200 мероприятий. Выступить перед публикой мог каждый, пройдя опрос в интернете или заполнив анкету у волонтеров. Организаторами было собрано и обработано более 46 тысяч опросников. Я очень рад, что все получилось, что первый блин не вышел комом, и сегодняшний гала-концерт тому не лишнее подтверждение. Мы точно продолжим. Да. С запросами поможете? Конечно. Все, руку набили уже. И, конечно, это создаст новый импульс культурной жизни региона. Это привлечет еще больше людей к занятию творчеством. Проект «Культурное сердце России» уже взяли на вооружение другие регионы страны. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.